Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Притиск. Сегодня у нас интересный фотоконкурс на обзоре. Это FIBA, конкурс о баскетболе. Он бесплатен. Призы у него серьезные. 1000 фунтов стерлингов, 2000 фунтов стерлингов и 3000 фунтов. А также официальные лицензионные продукты FIBA и участие в выставке. Срок подачи работ до 30 мая 2020 года. Конкурс – это уникальная возможность для всех увлеченных фотографов и любителей баскетбола. Продемонстрируйте свой талант. Покажите свои лучшие фотографии с выбранной темой. 40 лучших фотографий, отобранных жюри, будут временно выставлены в Доме баскетбола, в мировой штаб-квартире FIBA, в Миссе, Швейцария. Открытие выставки состоится 24 июля 2020 года, а выставка завершится только 30 ноября 2020 года. Тема этого года – «Женщины в баскетболе». И представленные фотографии должны представлять в цифровом формате эту тему и ее связь с баскетболом. Конкурс открыт для всех, независимо от возраста, национальности и страны проживания. Самое главное – хороший контент. Каждый участник может представить максимум 3 изображения, независимо от темы. Жюри IBF наградит авторов 10 лучших фотографий, а также самых популярных фотографий. Победители будут объявлены 31 июля 2020 года. Веб-сайт, фотоконтекст, FIBA, баскетбол. Друзья, покажите всем хороший баскетбол. С вами был Юрий Притиск.